Всем привет, с вами Стив Про. Сегодня покажу вам текстур пак, который называется Черный Крафт. Так, у меня загружается мир. Вот мы пились в мире. Как видите, у меня стоят елки. Они уже, ну, напоминают джунгли. Хотя это всего лишь еловый биом. В руках у меня меч. Тут, как видите, есть трава и цветы. Так. Блок травы изменился, все изменилось, даже листва изменилась. К сожалению, как вы знаете, не изменилось ни вода, ни лава, ни освещение, ничего. Так, насчет мобов я не проверял, но мобы должны были измениться. Давайте поищем еще что-нибудь, найдем пещерку, посмотрим, какие стали железо. Вот, первая пещерка, как я сказал, вот такое железо, такой камень. Так, возьмем в руки факел, факел изменился по виду. Так... Пойдем посмотрим, вот что тут. Вот, как видите, вот такой уголь. Вот еще одно железо. Камень. Так, блок травы. Елка. Так, что ж, давайте посмотрим огонь. Ну, огонь тоже не изменился, что сказать. Давайте взорвем динамит. Просто так. Так, вот он, мы даже клеим динамит. Ну, это я просто так. Динамит тоже изменился, как видите. Ну, вот. Такой очень классный текстурпак. Текстурпак. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.